Спортивные страсти кипят. В меткости двух- и трехочковых соревнуются команды девушек из пяти регионов. Соревнования на Кубок Сибири и Дальнего Востока в Абакане проходят в третий раз. Сюда съезжаются лучшие команды. Хозяйкам турнира абаканской сборной есть что показать и чему научить соперниц. У нас лучшие девчонки играют в команде Хакасии. У нас такая основная команда. Там в основном Белый Яр и Абакан напополам примерно представлены. Ну и кроме этого еще есть команда Абакана, те, кто у нас не попали в сборную, и команда Белого Яра, тоже те, кто не попали. Игроки команды Новосибирска играют с омскими спортсменками. Захват мяча, передача и попадание точно в цель. Баскетболистки из Омска уверенно взяли игру в свои руки с первых минут. Команда серьезная и сильная, с ней и встретятся абаканские девушки. Победить, конечно, хочется. Настрой на игру боевой. Все заряжены, все настроены. Мы уже обсуждали, разбирали команду соперника, все их комбинации, все какие-то взаимодействия. Поэтому мы заряжены, настроены на победу. Девчонки, а вы? Мы тоже. Мы прям готовимся. Ну, не знаем, что сегодня будет. Посмотрим. Сделаем все возможное. Победители и призеры турнира будут определены 23 сентября. А пока борьба за кубки и медали. За честь республики. Ксения Майер, Андрей Аралов, новости.